тоже открылось, это нормально. На дыру посмотреть не надо, посмотреть туда. Отлично. А как ты относишься к киднеппингу? Эй, парни, посмотрите, как я хорош. Доктор, это нормально? Давид сидел на крайнем табурете. Просто там было все переключено по-другому. Я забыл, что я Давид. Как эта штука? Подожди, напомни мне, пожалуйста, что это было. English lessons on Aristotle. You need one, listen to. Да, вы прекрасны. Спасибо. Что бы вы делали, если попали бы с каким-то человеком на необитаемый остров, на необитаемый остров? Как бы вы себе эту ситуацию представили? А можно вместо человека кота? Нет. А. У меня, мне кажется, стул не смазан. До каннибализма я бы опустился только в том случае, если бы проголодался. Когда с зон. Я очень рада, я очень вас всех люблю. Город на юге России. Это похищение, да, киднеппинг это похищение. А, ты про это? Хочу сказать, что мы, по-моему, немножко подзатянули с началом. Ну, есть такое, да. Ну, давай тогда ты представишь наших соведущих сегодняшних, а я обозначу тему эфира. Так, начнем тогда с себя. Угу. Прекрасная Дзераса Караева. Здравствуйте. Без какой-либо лести. Без купюр. Да. Давид Давыдов. И наши уважаемые соведущие. Это Алик Пухаев, АК-блогер, и Михаил Гасиев, АК-путешественник. Привет. Ну, в общем, познакомились. А назвать наш сегодняшний пазл мы решили по аналогии вот с советской закуской любимой «Завтрак туриста». Вот, в общем, у нас сегодня тема пазла «Завтра туризма». И давайте, наверное, сначала посмотрим опрос. Посмотрим, какие маршруты наши жители выбирают для того, чтобы провести досуг. И куда ездят, что советуют. А потом вернемся, обсудим по горячим следам. Обязательно в горы, а если во Владикавказе, то, я не знаю, портал еще работает. Вот в портал надо сходить. Начиная вот самого Владикавказа, вот сколько у нас мест. Вон к этому Кисе Пливу подойти, памятник тоже красивый. Достопримечательностей тоже много. Даже вот этот, хоть и сейчас мы его называем проспект Мира, Александровский проспект на самом деле, тоже очень неплохое место. Старая архитектура, все вокруг. Пятигорское ущелье – это то место, которое обязательно надо посмотреть. Ну и Цей, на мой взгляд. Фиагдон уже изъезженное место, там не очень интересно, на мой взгляд. Кроме монастыря смотреть нечего, поэтому Пятигорское ущелье, наверное. У нас очень красивая природа, и поэтому в любое горное ущелье, куда может пойти турист, ему обязательно понравится. Больше всего я вот в Северной Осетии, что люблю, это село Жадалейск. Ну, конечно же, в первую очередь Фиагдон, Цей. Проспект самый знаменитый. Вот здесь все эти дома, эти старинные дома, это дореволюционные дома. Дарга, Цей, роща Хейтага, потому что у нас очень красивые горы, очень красивая природа, и думаю, нам стоит этим гордиться. Мест много, я даже не знаю. В первую очередь горы, наверное, и проспект вот Мира наш Александровский. Здесь много старинных красивых особняков. В любое ущелье заехать, Куртатыком, Орта, Алладжирком, Валладжирком, такие места есть, что стыдно не будет их показать туристам нашим. Я и туристам Северной Осетии, и, наверное, всей России, всему миру советую Выравский район, Пятигорское ущелье. В общем, опрос мы посмотрели, ну и ваше мнение, господа. Вот я слышала, Михаил хмыкнул. Миша, вот ты не согласен, да? То есть в Фиагдоне, ну я-то тоже тебя понимаю, в Фиагдоне там посмотреть, кроме монастыря, есть на что, да, правда? Да, конечно. Конечно. Ну, обозначь вот точки. Ну, вообще, Куртатинское ущелье, наверное, это самое у нас популярное место, куда и местные жители ездят с удовольствием, и гостей в первую очередь везут. Дзивгиш – это, наверное, основное, с чего начинают въезд в Куртатинское ущелье. Не говоря уже о поворотах на горный Карца, где у нас находится водопад Кольцо, а дальше в Хилак можно поехать после монастыря. Это зря так говорят, что кроме него там смотреть нечего, несмотря на то, что это тоже сама по себе очень весомая достопримечательность, все-таки самый высокогорный монастырь в России.
Но в Куртатинском ущелье обязательно нужно исследовать окрестности. Я похвастаюсь, был как-то в Швейцарии, между прочим. В Женеве, находясь в Женеве, единственное, что мне напоминало о том, что я в Швейцарии, это вот, ну, сама инфраструктура города, положение, природа, окружающие его горы. Ну вот у меня было ощущение реально, что я нахожусь в Осетии. Но почему человек, который объездил полмира, должен захотеть приехать в Осетию, а не в швейцарские Альпы? Есть что-то. Вот эти самые пресловутые швейцарские Альпы. У меня тоже про них история, но пускай Миша ответит сперва. Ну, давайте откровенно. Наши горы прекрасны, наша природа прекрасна. И каждый раз, когда я возвращаюсь из какой-нибудь новой страны, я по-новому влюбляюсь в Осетию. Это правда не какие-то вот заученные слова. На самом деле, даже в одни и те же места приезжаю и по-разному на них каждый раз смотрю. Нам не хватает инфраструктуры. Это самый основной момент, который отличает нас и от Швейцарии, и от Норвегии, и от Германии, и от любых других стран, которые тоже не обделены горами, высокогорными озерами и так далее. Но всегда нужно с чего-то начинать. Конечно, просто так эта инфраструктура не появится. Нужно создавать какие-то программы, нужно вовлекать в первую очередь в это местных жителей, потому что в любой стране, где собираются развивать туристический потенциал, в первую очередь оттачивают его на местных жителях. Вы приедете в Баварию, приедете в Доломиты, приедете во французские Альпы. В первую очередь их сервис направлен на местных жителей. И потом уже на туристов обучают официантов, обучают хостес там, в гостиницах улыбаться. Вот как говорят, для того, чтобы научить улыбаться человека, нужно 10 лет. Это тоже очень важно, показать свое гостеприимство не только там желанием посадить за стол и накормить нашими пирогами, но и умением улыбнуться. Вот тут есть очень стойкое мнение о том, что... Меня. Да, спасибо. О том, что... Не наше это вот работать обслугой, что никогда у нас не будет нормального сервиса, вот просто потому, что осетинам влом кому-то за стол носить еду, будучи официантом, заправлять кому-то постели, работая в отеле. Да, слишком гордый для этого. Ну, возможно ли здесь развить сервис с нашим менталитетом? Дело ведь не в том, кто это будет делать, дело в том, как это делать, а кто это делать всегда найдется. Есть люди, которые, ну... берутся за абсолютно любую работу, невзирая там на какие-то свои собственные заморочки. Вот, потому что во всех странах обслуживающий персонал – это часто иммигранты из других стран, там, поляки из балканских стран, и они абсолютно не чураются, и как бы здесь дело не в гордости обслуживать и доставлять комфорт туристам. Но в целом же создается впечатление не о том, как тебя обслужил конкретный человек, а о том, как... тебя встречает республика, ну, регион, давайте сейчас о регионе говорить, с самого начала, то есть с трапа, допустим, ты прилетел в аэропорту, что ты должен в первую очередь увидеть? Это, допустим, возможность арендовать машину, да, это какой-то туристический стенд с информацией об основных маршрутах, о тех же достопримечательностях города, куда сходить, где поесть, что увидеть. Ну, таблички поставили в городе. Ну, таблички, знаете, я как человек, который здесь живет уже практически 30 лет, я сам путаюсь, и часто они ведут к тем местам, которых уже не существует. Если мы говорим о туристическом потенциале, в первую очередь надо понимать, что Владикавказ – это главная точка, из которой вот рукава этой инфраструктуры должны раскинуться. И Владикавказ строился, вот Александровский проспект, вообще логика города была такая, чтобы он, каждая улица была, скажем, таким холлом, который заканчивался горами, ну, видом на горы, панорамным видом. И у нас он целенаправленно последние десятилетия уничтожается. И по факту есть на что посмотреть, только между Владикавказом и горами возникли несколько высоток, и все, мы это потеряли. И вот эта проблема, которая упирается, вот кто так строит? Вот, к сожалению, он для нас очень актуален. Ну, я хотела немножко позже дать эту картинку, но давайте сейчас посмотрим, и телезрителям дадим возможность лишнее. Хотя, мне кажется, только слепой, инвалид по зрению не сможет понять и увидеть той разницы, что была, допустим, когда Суницкая мечеть была на фоне гор, это 20 век совсем недавно, и сейчас что происходит. Так, знаете, вот вы говорили, что мы...
должны обучать людей работать в сфере обслуживания. И вроде бы как это возможно, но, мне кажется, есть такая у нас национальная черта, которая общая с сумчатым австралийским медведем. Ну вот тут я с тобой совсем не согласен. Не знаю, как ребята, нет, поддержите или нет. Вот не любят у нас в Осетии, когда я или кто-либо другой приводит пример Грузию, но тут до Казбеги, скажем, всего лишь 40 или 35 километров, поправьте, если я не прав, всего лишь там 10-15 лет назад там живут люди, я к тому, что там живут люди с очень близким к нам менталитетом, и 15-20 лет назад там тоже, наверное, никто не мог подумать о том, чтобы кому-то вытирать стол после еды, за кем-то заправлять постели, убирать мусор и так далее. Тут, мне кажется, история с плохим осетинским сервисом, она о том, что у нас нет конкуренции на той же канатной дороге в Цей, в тех же двух или трех отелях в Цейском ущелье. Просто нет конкуренции, поэтому ребята сидят и думают, ну, типа, не хочешь к нам, ну, делай, что хочешь. И потому, собственно, и не развивается сервис. Сервис не развивается в отсутствии конкуренции. Или я не прав, и все-таки менталитет тут играет роль? Ну, Давид, я отчасти с тобой соглашусь, потому что, мне кажется, это тоже часть осетинского менталитета, а именно умение вести бизнес. То есть не ломай то, что работает и так. То есть если приносит рубль, здесь не думает о том, чтобы заработать 2 или, там, или 5 или 10. А у Цея конкуренция в лице того же Гудаури, Архиза и Чигета, и при Эльбрусе очень высокая, достаточно увидеть, сколько там осетин бывает на выходные. Но с цейской канатки, к сожалению, этого не видно. Что касается... Ну, согласись, в самом Цее внутри нет никакой конкуренции. Я имею в виду, что там стоит одна гостиница, там, ну, по сути, там всего две гостиницы. Одна не самая дешевая канатка. Да. Которая тоже много вопросов, но это, наверное, тема отдельного эфира. Ну, тут надо еще учитывать, что есть определенные условия. Например, привлечь инвестиции в Осетию гораздо сложнее, чем привлечь инвестиции в Грузию. Почему? У нас, ну, потому что в России, скажем, гораздо сложнее правила, и не факт, что ты эти инвестиции сможешь вывести. А Грузия после реформ Саакашвили, а точнее Бендукидзе, она все-таки стала в этом плане, в инвестиционный климат стал намного более благоприятный, чем в России. И поэтому сейчас там реализован большой проект, канатная дорога через два ущелья. Вот недавно ее ввели в эксплуатацию. А мы, ну, даже близко такой еще проект реализовать можем. Вроде вводили уже недавно. Ну, я вот смотрел. В тестовом режиме. Не спорьте, да, парни. Но раз уж вы заговорили об инвестициях, давайте поговорим про Мамисон. Что-то я слышала там в СМИ, проскочила информация, что вроде как пытаются его вернуть к жизни. И вот тут у меня очень, очень важный вопрос. Как... Нужна ли вообще государственная поддержка Мамисону? Не легче ли просто вот пустить инвесторов частных, и пускай они просто по плану, по определенному все строят, не выделять на него деньги и так далее, просто создать благоприятный инвестиционный климат для вот хотя бы, ладно, не для всей Осетии, и уж тем более не для всей России, но хотя бы вот в качестве эксперимента для просто вот этого маленького места. Проблема в том, что за 30 лет Россия так и не смогла создать привлекательный инвестиционный климат. Я не думаю, что в ближайшие 10 или 20 лет, ну, вдруг что-то изменится, пока ничто к этому не предполагает. Русофоб? Нет, я русофил. Сразу реализовать такой проект, ну, никому не удается. Это нужно делать поэтапно, поступательно. Понятное дело, там нужно было создать инфраструктуру и так далее. Но опять же, на самих осетинах нужно апробировать это место. В Мамисон вот в любой день поедете, там увидите не больше 10 человек, и то из них 8 – это местные жители. Сделайте одно кафе, посмотрите, едет туда человек. А что там вообще есть сейчас? Ну, вот сейчас я имею в виду из инфраструктуры, что там есть? Ну, из инфраструктуры там есть подстанция, которая не работает, есть там уже разрушающаяся дорога. Вы знаете, там можно фантастические фильмы всякие снимать и тоже привлечь как-то туристов. Реально о том, как было на Земле до прихода человека. Еще знаете, какая проблема? У нас, вот ты говоришь, что туда надо затягивать людей, а у нас последние 5 лет или уже 6-й год доходы населения падают, и
мы когда говорим о внутреннем туризме, мы должны понимать, что цены в большинстве вот горных кафе или и гостиницах, они просто бьют по карману местным так, что большинство не могут себе позволить туда ехать. Не надо обманывать себя, мы должны понимать, вот, в какой стране мы живем и какие у людей доходы. Средняя зарплата в Осетии до 20 тысяч не дотягивает. И при этом под боком у нас есть Грузия, у которой есть своя валюта, и она не привязана к действиям Центробанка России. Естественно, они могут ее девальвировать, могут с ней играть. А что делать, Алик? Что ты предлагаешь с высокими ценами? Если их всех опустить, скажем, да, если цены опустить до того уровня, чтобы внутренний наш собственный турист мог себе позволить поехать в Фиакдон, будет ли вообще это выгодно самим инвесторам, самим людям, которые захотят заниматься бизнесом? Там, связано с тем, что в России один из самых низких уровней производительности труда, и в этих условиях, конечно, нужны высокие цены, чтобы оправдать свой бизнес. Ну, надо понимать, что не умеют пока работать в России на большой поток, и это и проблема Осетии. У нас все-таки любят ориентироваться на высокомаржинальных туристов, элитарных туристов, которые могут заплатить относительно большую цену, нежели вот работать с потоком. У нас этого не умеют. У нас умеют работать с потоком. Примером того многочисленные туристические клубы, которые каждые выходные водят наших соотечественников в горы по разным маршрутам. То есть, если взять наши турклубы, их около 10-12 штук, и каждый из них водит в день, допустим, по 50-100 человек, то есть в день получается достаточно приличное количество людей, увлекающихся туризмом, которые делают это сами по себе. Но это же для неленивых отдых, опять это, же. Во-первых, низкомаржинальный. Мы живем в горах, туризм. Это, они в принципе, не ленивое место должно быть. Во-вторых, это все делается за счет энтузиастов. На таком туризме это... И понятно было бы, если бы это были американцы, которые платят сумасшедшие деньги за экотуризм, а это ребята, которые скидываются по 300-400 рублей. Это не... То есть там в основном работают энтузиасты, там не создается какая-то экономика, больших денег никто не зарабатывает. Надо этих ребят поблагодарить, они делают большую работу, но я знаю их, это вот чистый энтузиазм, там никто не стал бизнесменом на этой теме, никто, там, не знаю, не создал крупную компанию и не вывел ее на IPO. То есть надо понимать, это не бизнес. Это мы сейчас просто не говорим горам. О бизнесе, мы говорим о развитии туризма. Ну, да? А туризм — это тут бизнес. Тут каждый сам по себе. Сам себе предоставлен. Они предоставлены себе, потому что, в принципе, других вариантов нету. Также предоставлены себе владельцы частных гостиниц. Здесь государственная поддержка нужна. То есть, если будет принято решение построить Мамисон, то есть вот построить, его построят. Вот неизвестно, когда эта инфраструктура, она будет создана, и когда это все войдет в полную силу, будет работать как надобно. Но вот если мы берем тот же самый Байкал, то это всемирно известное пресноводное озеро, правильно? То есть это, наверное, где-то в школьных программах все проходят, и слышали, и знают об этом. А вот о тех же Медограбинских водопадах не слышат, не знают. Да, только те, кто узко интересуется предметом. И лучше пусть так и остается. Нет, ну мы... Я с Михаилом согласен в этом плане, да. Лучше пусть так и остается, потому что я помню 10-11 год, когда там не было ни души, просто чистейшее место. Ну так, нет. Тишина и благодать. Сегодня приезжать сюда. Это все наше, да, не дадим. Дело не в этом. Так наши тоже к этому относятся, ну, знаете, так пренебрежительно. Типа не мое, не жалко. Есть история с Алагиром, который на новогодние праздники... Вот уже который год. Да, ребята решили, просто взяли, собрались. Ребята-бюджетники. Что очень важно, ребята-бюджетники, это не какие-то бизнесмены. Собрались и украсили свои улицы и так далее. Я не хочу, чтобы сейчас зритель или вы, ребята, подумали, что я пытаюсь переложить вину с государства на граждан, но все-таки, как вы считаете, вот такие вот меры, они вообще эффективны, потому что Абалагирия... Это замечательно, просто я знаю из города, вот и в этом году, и в прошлом году, когда начали украшать улицу центральную, поехали люди, просто
посмотреть, потому что это смотрелось реально очень круто. Это очень крутая история, только проблема в том, что хотелось бы, точнее не зрители, а жители Алагира, они еще проследили за тем, что параллельно никто не получил подряд на украшение города. То у нас часто так бывает. Люди что-то сделают, а потом узнают, что подряд на это кто-то вывел пару миллионов. Ну, это же беда на самом деле. Это беда, что люди вынуждены за свой карман, которые так платят налоги, которые так платят за капремонт и прочие вещи, еще вынуждены. А потом им еще счета на электричество приходят. Что они украсили город. Когда еще будучи жил в Москве, меня постоянно спрашивали, а что у вас там за ребята, портал какой-то сделали, крутой стрит-арт у вас там, что-то происходит. Меня про них раз 10 спросили. Потом в Гугле забиваешь Владикавказ, скорее всего, там первые материалы, если там какого-то блогера, это скорее всего там будут фотографии с портала. То есть, да, портал очень крутое место. Ну, в итоге, ребята, сколько иностранцев сюда ко мне в гости не приезжали, всех я в первую очередь ввел в портал. Так они сами просили в портал отвести. И от места, и от нашей молодежи. Это инициатива гражданская. Да. Можно, если копнуть, тоже вспомнить кучу историй с тем же Алагиром. Там же не было никакой государственной поддержки. Вместо того, чтобы как-то развить этот тренд, да. И она просто, не случилась. Да. Что в таком случае? Развиваться вопреки. Вот как делают порталы другие ребята, развиваться вопреки, не ожидать никакой помощи. Да, я с Аликом согласен, то, что нужно в любом случае развивать вопреки, потому что у нас дело энтузиастов, мне кажется, живет и процветает, и те же тур-клубы, и вот у нас же есть еще вот клубы внедорожников, там Ирон Нива Клаб, там Алания Нива Клаб, которые тоже каждые выходные по 20, там по 30 машин выезжают в горы и ищут новые места, где можно зарыться и откуда не выедешь. Тот же пример Алагира, то, что в Дегорском ущелье пытаются тоже как-то Голиат, там Лалаком и украсить, и сделать его привлекательным, потому что туда тоже люди с удовольствием ездят. Это должно в первую очередь от людей идти. Если у нас грамотное руководство и чувствует тренды, да, оно должно почувствовать, что людям интересно, что становится популярным, в какую сторону двигать развитие туризма. Потому что есть несколько примеров в той же Европе, когда все начиналось точно так же с людей, энтузиастов, и потом уже получало государственную там, региональную поддержку. Ну, вот, вы Митрограбинские водопады зажали, ребята, да? Но у меня просто... Не зажали. Я вот как раз к этой теме хотел сказать, что у нас ведь еще из-за, скажем, не совсем разумного подхода многие у местных жителей туризм вызывает отторжение. Например? Например, вот была история с... Когда туристов возили на святилище, или рядом проезжали, или вот мертвый городок, и туристки выходили в коротеньких шортах, они выходили, и местные жители, для них это неподобающий вид для того, чтобы идти на то место, где похоронены предки людей. И в этом была проблема, возникал конфликт. И уже местные жители не хотят туристов. Мне, говорят, не нужен турист, который оскорбляет меня. Не была проведена информационная работа. Там, например, в той же Саудовской Аравии туристу дадут памятку, чтобы он понимал, какая здесь культура, какой здесь народ, и что можно делать, и что нельзя. А у нас же опять этот хищнический путь, когда там людей сажают в маршрутку, им ничего не объясняют, куда их везут, они едут, вот смотрите горы, и там начинаются конфликты на ровном месте. То есть не проведена информационная работа. Нужна. И фактически, вот сейчас со многими жителями разговариваешь, они говорят, да не нужен мне здесь туризм 10 лет, и так проживу, потому что я не хочу видеть вот грязь какую-то, да, которая, это не часть моей культуры, люди приезжают откуда-то и меня оскорбляют. Можно перебью тебя? Вот ты сам, я помню, как-то в каком-то материале тоже писал про теорию разбитых окон. Помнишь такое? Да, конечно. Знаменитая теория, согласно которой, если в определенном месте грязно, то там станет еще больше грязи. Тебе не кажется то, что те же туристы из Пятигорска, когда едут в Даргавс, да, в мертвый городок, и видят разбросанные пакеты, бутылки вдоль дороги, они начинают думать о том, что если местные не относятся с должным уважением к
к реликвии, то, может, мы тоже не это, должны. Это, да, другая сторона медали, и, ну, большая проблема, потому это что... наша страсть к мусору. Это вот моя любимая тема, это у нас в городе вдоль дорог, это у нас на трассе, вдоль трассы, то есть там не обязательно даже отбойник должен быть, да, но вы просто не выйдете на обочину, потому что вас мусор не пустит. А возможно ли вообще зарегулировать ситуацию с мусором не со стороны, вот мне постоянно вот здесь уже сидят, говорят, что это должно идти из дома. А если не идет оно из дома? Ну, вот пример. Сжечь все, дом. Все, наверное, знают блогера Варламова. И вот он, вот есть у него один интересный ролик с границей Финляндии, если я не ошибаюсь, где он проезжает, вот перед границей Финляндии он останавливается, подходит к реке, и там покрышки, шины, грязь, бутылки. Он проезжает границу, останавливается через 10 минут после границы уже на финской стороне, подходит к этой же реке, и там чисто. И он говорит, наверное, климат другой. Вот это же и нас касается. Расскажи, пожалуйста, нам, простым смертным, которые кроме Дегорского и Куртатинского ущелья никуда не ездили, возможно ли такое, что небольшой участок дороги длиной в, там, в 20 или 40 метров каждый год смывается оползнем, и возможно ли это списывать постоянно на какие-то природные особенности вот именно данного, не данного региона, а данного склона? Есть ли такие прецеденты где-нибудь в Швейцарии? Или, может быть, на характеристику там страны, же, там да? Же такие, там же такие же дороги, собственно, высокогорные. Там тоже постоянно история с тем, что где-то в каком-то углу Швейцарии постоянно смывают дорогу и так далее ежегодно после там, того, как пройдет дождь. Ну, знаешь, как природа никогда не договаривается с человеком. И настолько такие часто не договаривается? Там боги более благосклонны, чем в Осетии. Знаешь, ну, это вопрос больше не о туризме, о котором мы сейчас говорим, а о человеческой природе. Ну, вот что написал Илья Варламов, блогер, в своем блоге. Это цитата. Владикавказ оказался удивительно милым городом, несмотря на то, что его много лет пытаются уничтожить. Запас прочности здесь огромный. Даже с разбитыми дорогами, даже с вымирающим трамваем, самостроем и другими радостями, Владикавказ оставляет очень хорошее впечатление. Чудесный город, к сожалению, у меня было только несколько часов на прогулку. Дзера, вот у тебя какое самое любимое место во Владике? Осетинская церковь. Осетинская церковь? Да. А я вот обожаю улицу Горького, просто вот. А я на ней живу всю жизнь. Кстати, а вот когда дверь там улица Горького, она же была не еще в советское время, она была вымощена камнем. Но ее укатали в асфальт. А в чем была проблема? Дорога разрушалась или... Нет, ну, неудобно ездить на машинах. Каблуки ну ты что, да, понимаешь? Мы что, европейцы, что ли, наслаждаться красивой дорогой? Нам нужно в асфальт все закатать, бетонные эти бордюры поставить и вот ездить как, ну, по шоссе. Вот это была прекрасная улица, по которой ты идешь, и она завершалась входом в парк Кустахитогурова. Да. Это было красиво. Сейчас, чем дальше ты идешь и подходишь к парку Кустахитогурова, у тебя портится все настроение, потому что там все забито какими-то маленькими кафешками, ну не кафешечками, я не знаю, как эти называются, снеками. Хорошо, а те же новостройки, которые на набережной у нас, за мечетью и дальше, а как с этим быть? Неужели городские власти не видят, что, ну, все, как бы, картина испорчена? Так, проблема в том, что, во-первых, все началось с этой высотки, и ведь все они строятся не просто так, через судебные решения, то есть, понятно, по закону там строить нельзя, судебные решения, администрация города не особо хочет выигрывать суды, в итоге та же высотка СТК-59, которая за Исой Пливым стоит, они заплатили штраф 50 тысяч рублей, чтобы продавать квартиры за 20 миллионов, лишив жителей Владикавказа панорамного вида. Вы знаете, я не понимаю, зачем покупать квартиры во Владикавказе со всей любовью и уважением к моему городу за 20 миллионов. Как говорит Мияги, ради кайфа. Все-таки, вот. Если мы говорим о том, чтобы привлечь туристов к нам в республику и к нам в город, да, есть несколько там пунктов, я покопалась, собрала, но я бы хотела еще привести в пример вот польский город Вроцлав, там наряду с прочими достопримечательностями еще гномиков поставили, такие забавные создания, забавные создания в самых неожиданных местах города, и даже маршруты есть каждому из этих гномов. Вот. И много прецедентов, когда в Европе старые забытые городки благодаря инициативе граждан, благодаря властям получали новое дыхание, новую жизнь и привлекали туристов. Дзера, но по-твоему, нам нужно поставить маленьких горцев деревянных или что? Ну, как чуть деревянных, стальных.
Давай не будем питать иллюзий по поводу туристического потенциала нашего города. И не потому, что у нас город какой-то не такой, а в принципе вот во многих странах город — это просто плацдарм для того, чтобы куда-то ездить в округе. Ты здесь остановился, уехал куда-то, вечером вернулся, пошел в кафе, в ресторан. С этим у нас точно проблем здесь нет. Но у нас, поспал, кстати, кафе и... заурядные. Ну давай говорить о том, какая там кухня. Да, что касается кухни, вот честно, как в Осетии, я нигде не ел. Ну, мы об этом знаем. Вкусно. Я с Михаилом соглашусь. Общепит в Осетии на очень высоком уровне. И надо просто сравнивать Осетию не с Петербургом и Москвой, а давайте с каким-нибудь полумиллионным городком в России. И Владикавказ нужно развивать в первую очередь как плацдарм для туриста. Я же говорю, как театр начинается с вешалки, мы должны начинать с аэропорта, да, вот в аэропорту человек прилетел, увидел, да, так. Я действительно в регионе, где местные жители думают о своем туризме, да, и о туристе, о людях, которые сюда приезжают. Так вот, понахватал этих листовок, где мне сказано о том, что в филармонии, допустим, сегодня проводится такой-то концерт. Кстати, у нас замечательная филармония, потрясающая, просто потрясающая кирха, отреставрированная, сделанная вот на самом высоком уровне, где с недавних пор там проводятся очень красивые, там, те же пасхальные концерты и так далее. Думаете, туристу не будет интересно пойти, как проводят время местные жители? Они просто словят когнитивный диссонанс. Они на Кавказе, но сидят в филармонии и слушают там Вивальди, Чайковского там, и Прокофьева. Я очень люблю в этом плане Шотландию, у которой есть замечательный сайт Walking Highlands. Называется он, суть в чем? Там тоже нет турфирм, там турист предоставлен сам себе. Он сам выбирает гестхаусы, где остановиться, он сам бронирует машину, его никто там возить не будет. Суровые шотландцы. Вот. Но там есть замечательный вот этот сайт, где проложены все пешие маршруты по Шотландии, начиная но с точки старта. Но это виртуальное путешествие, правильно я нет, понимаю? Нет. Ты выбираешь... Схематично. Ты да? можешь выбрать себе маршрут, например, вокруг озера Лох-Несс. Ты знаешь, куда тебе нужно приехать, чтобы начать, и где ты закончишь, и что ты по пути увидишь. Ты там видел вот у каждого. Нет, ну... Видел, но они в озере были. Да. Вот, и то же самое, да, тебя за руку там никто не водит, и ты не чувствуешь присутствие государства, ты как бы сам себе предоставлен. Но все равно это сделано настолько дружелюбно для человека, что ты не думаешь о том, что тебе не хватает, допустим, хорошей кухни здесь, осетинских пирогов или еще чего-то. Ты просто наслаждаешься тем, что тебе государство дало возможность получить вот эту информацию наиболее легким способом. Мне понравилась фраза «не чувствуешь присутствие государства». Это то, что происходит с нами. Про дороги. Вот я вам обещала в начале историю про Альпы. Я путешествовала по Баварии как раз-таки вот на автотранспорте собственном, в аренду взятом. В аренду взятом собственном автотранспорте. Так вот, там вот эта часть Альп, которая приходится на сторону Баварии, там такие гладкие, как яичко дороги, вы понимаете? То есть вы говорите, что дороги это не важно и не главное. Это важно. Вот это важно. Я хочу вот такую дорогу и показывать. Ну, во-первых, мы должны понимать, что в рамках Осетии мы даже не можем более-менее адекватно моделировать налоговое законодательство. У нас вот пространство для маневра очень узкое, потому что вот даже в налоговом законодательстве мы очень ограничены. И говорить о том, что мы можем вот в Осетии какие-то... Мы можем что-то делать в Осетии, но это все будет очень ограничено, поскольку вот, опять-таки, Россия отказывается от федерализма, и в этом большая проблема. Поскольку то, что хорошо для одних регионов, не совсем хорошо для других регионов. Разговаривая с представителями малого бизнеса, у которых свои гостиницы, ну, с ними вот они первое, что говорят, это не надо их душить. А их душат проверками, несмотря сколько раз там Путин не заявлял о том, что не надо душить бизнес сотнями проверок, их душат проверками. Контролирующих органов слишком много, все они хотят кормиться. Михаил, что бы ты сделал? Начнем с того, нужна ли Осетия в качестве туристического бренда России, такого же, ну, наряду с, там, с Домбаем там, и так далее. И исходить нужно из этого. Допустим, вы возглавите работу вот этого направления развития туристического потенциала
Осетии. Но если у вас нет ресурсной базы, если нет достаточного бюджета для этого, все будет, опять же, исходить из того, что вы будете встречаться с энтузиастами и говорить, ну, давайте вот это еще сделаем, ну, давайте вот, ну, вот, вот туда, вот, вот сейчас вот приедут из Австрии люди, поведите их вон туда, вот, покажите горы. Просто так вот на голом энтузиазме у нас ничего не получится. Если будет волевое решение о том, что в Осетии туризму быть, он появится достаточно быстро. В общем, опять вопрос к властям. Все верно? Да. Все утыкается в одну стену. Это очень грустно. Это очень, очень... Можно взять очень крупный план моих глаз прямо вот с наездом вот так вот. Это очень, очень грустно. Да. Итак, к сожалению, оба наших соведущих сошлись во мнении о том, что... Все плохо. Не то чтобы все плохо, хотя оно плохо, но нужен именно системный подход, которого нет, и непонятно, когда и в ближайшем будущем даже приблизительные его черты... Откуда ждать инициативы? Да, совершенно верно. Приблизительных черт даже не обрисовывается. Ну, давайте не будем заканчивать на такой грустной ноте, да? Анекдот. Нет. Я, когда куда-то приезжаю, и, ну, местные жители же в разговоре всегда интересуются, откуда там и так далее. Я говорю, что я из Осетии. Следующий вопрос, а где это? Да, и я начинаю показывать фотографии или видео, снятые здесь. И вот в поездке в Исландию я показывал видео с Медограбинских водопадов. И меня резонно спрашивают, а зачем приехал, вы сюда приехали? Да, и мне стало очень грустно, потому что реально, что я сюда приехал? У нас есть горы, у нас есть реки, у нас есть водопады, ледники. Ну, вулканов нет, но потухшие есть, да, лаву мы здесь не увидим. Но суть в чем? Нам природой предоставлено просто эксклюзивное место, да, и нам нужно в первую очередь его беречь. А как только мы научимся его беречь, мы поймем то, как можно его не то чтобы использовать, а как можно в него вот внедриться именно, вот обустроить свой быт вокруг этого места и создать комфорт не только для себя, но и для тех гостей многочисленных, которые, я надеюсь, будут сюда приезжать. Спасибо, Миша, спасибо, Алик. Давид, если позволишь, я тоже подытожу. Ну, завтра туризма, наш эфир, есть оно или нет, наверное, зависит от того, что мы сегодня с вами будем делать и сделаем. Донесем мы мусор до урны, либо мы подстрижем газон, либо мы высадим герань на подоконник, может быть, мы смастерим деревянный скворечник, может быть, мы придумаем проект по благоустройству и куда-нибудь его отправим. А может быть, наши чиновники, они перестанут заниматься попустительством и перестанут просто уродовать с их легкой руки наш город. Не знаю. Но если мы хоть что-то начнем делать, я думаю, уже нас с вами не будет пугать неизвестностью наше завтра, в том числе туристическое. И перед нашими детьми нам не придется краснеть за то, что они так глупо растранжирили свои богатства. Я всегда люблю вспоминать фразу одной звезды российского шоу-бизнеса, которая здесь выступала с гастролями. Она сказала: «Вы просто не знаете, в какой красоте вы живете». Ну, может быть, пора узнать, земляки. Это пазлы собрали картины сегодня. Увидимся в следующую пятницу.